Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Детол, и мы продолжаем играть в мини-титанов. Ребята, всем привет, у нас мини-титаны, мы продолжаем наши бои в Лиге Справедливости, продолжаем играть за разных персонажей, и сегодня у нас вот такой вот составчик, обычная дверь. Итак, смотрите, мы взяли нашего капюшона, конечно, потому что он просто какой-то нереально крутой. У нас киборг из 80-х, потому что мы его хотим продолжить прокачивать. У нас есть... Терра, да, было бы тоже неплохо ее вкачать. Мамонта мы взяли, Роуз Уилсон. И хотим прокачать Крока до 20-го. Крок до 20-го, ему осталось всего лишь 2 левела, поэтому почему бы его не докачать. Да, сейчас у нас единственное будут заморожены способности, это не очень хорошо. Но это условия нашей игры. Да, здесь ничего не поделаешь. Так, без боя против нас, отлично, минус один противник. Да, это считаю уже сразу. Так, если не ошибаюсь, используешь, и она у тебя замораживается, да? Ну ладно, первая способность у нас потеряна, считай. Давай Терру возьмем. У Терры, кстати, 44 здоровья, вообще неплохо. Да, и на 15 дамаг она наносит. Да, вот так вот камнями просто... Бедненький. Уклонился без боя немножко, да. Ты смотри. Так, ну, а первая способность, давай вспомним. Глубоко оглушает цель и ослабляет ее атаки. Кстати, в принципе, даже неплохо. Ну, давай так и сделаем. Давайте глубоко оглушим. Минус 3 мощь. Минус 3 мощь. И что у нас? Можно поставить магнитофон или диско-шар, кстати говоря. Диско-шар бы нам был очень полезен, ребята. Все, берем диско-шар. Слушай, массовую атаку сейчас будет использовать без боя. А нет, он ушел. Так, мы берем нашего главного героя, сейчас будет по нему атака, но он вылечится. Слушай, нехило, да? Нехило так задамажило, да. Так, давайте лечиться, лечимся. И высасываем все, просто все. Ух, полное здоровье, вот так вот, на тебе, ребята. Так, ну что же, накапливаем дальше способность. И... Уклонение, ребята, вот это капюшон, а? Слушай, ему уклонение можно еще прокачать. Так, на десяточку просто спокойненько ударим. Да. Полюх. Опа, и все, киборг у нас стабилен, ребята. Все, что... Слушай, вот ну она как-то подлечилась, на самом деле. Так, на пятнашечку и минусы, по идее, у нас... Да. Минус безбой, который даже ни разу нас не атаковал, ребята. Ну, неудивительно, это он безбой. Смог, смотри, да. Мы сейчас Терры на 15... Слушай, Терра, кстати, мощный дамаг наносит, да? Да, Терра хорошая у нас... Так. Хороший солдат. Заряжаем. Понес. Смотри, какой глыба. Воу, 16, минус 15. Один. Обалдеть. Ну что же, мы все-таки накопим. Да, и используем суператаку. Понеслась. Вот так вот, ребята. Вот такой тактический ход. Капюшон просто всех выносит, как пух и прах, ребята. А это только он на 11 уровне у нас, да, кажется? Еще и жуть. Смотри, у нас поднимается шкала это XP-шки, поэтому... Да, отлично. Даже у Крока, кстати говоря. Так, забрали 50. Да, скоро мы дойдем до 42 разряда. Это супер. До 43, ребята, применим лайфхак. Конечно, мы обязательно его используем. Так, моя коллекция нам бы мамонта. Мамонт у нас есть еще один, мы его сейчас... И... Вот он, да, скормим. Вон он был. Был мамонт. По-моему, этот... Вот он, да. Тихо. Вот мамонт. Подожди. Да-да-да, все правильно, это он. Отлично. Слушай, там, кажется, еще один мамонт у нас был. Думаешь, у нас еще есть мамонт? В самом начале. Не, я уровень поставил. А вот еще, кстати говоря, один мамонт есть. И мы прокачаем ему первую способность. Способность, ребята. Ничего себе, сколько у нас мамонтов-то, а? Да. Выпадали, нам кажется, они, и мы их не использовали никак. Способность усовершенствована. И что нам дает? Теперь она золотая и шанс получить... Тофу. Ну тоже неплохо. Деле, да, ну неплохо, неплохо, согласен. С учетом того, что стоимость самой способности очень маленькая, а тофу получить всегда неплохо, мощность или хелсы. Да, я хочу просто посмотреть, может у нас еще где-нибудь завалялся мамонт, а мы этого даже и не знаем. Нет, к сожалению, у нас больше нет мамонта, поэтому отправляемся в бой. У нас будет Роуз Уилсон, Крок и мамонт. И мамонт, вот такой вот составчик, ребята. Так... Капюшончик пока у нас на скамеечке посидит, но потому отдохнет. Что... Ну да. Вот, еще и у нас безумный тофу сейчас. Так, у нас злодей и плюс 2 к мощи. Вот это состав, ребята. Вот это мы составчик подобрали вам. 3. Бонус вперед. Обязательно. Используем. Итак, ну давай попробуем эту способность сразу же. Мы оглушаем и...
А что еще там она делает? Бесплатный тофу. Ну, что-то он не выпал, да? Там... А, вот он, да? Нет, это у нас стандартный тофу. Или оно и так есть. Ну что же? Массовая атака, ребята. Ух ты ж, на тебе, на один тебе. Один уклонился, одному удача. В общем, все прошло гладко. Все гладенько. Так, еще раз оглушаем. Пока что есть возможность. Оглушили. И Роуз Уилсон, посмотрим, что она... Так, Роуз Уилсон на всего самом на деле... на 4 дамажит. Но можно закинуть вот дымовую шашку. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Не хил так, да? Что-то... Так, хотел сказать, надо выбирать капюшоны и лечить. Но капюшон лечит только себя, к сожалению. Так, надо хилы подлечить ее. И Крок, Крок массовую атаку. О! Массовая атака, по 4. Кстати говоря, что-то слабенькое, надо прокачивать ему тоже эту способность. Да, нужно прокачивать, потому что... Ну, она, видишь, быстро накапливается, поэтому вот сейчас плюс 6 можно будет. Это уже поинтереснее. Хотя у него последняя 44, 44 ух может. Ух ты, как, а? Вот это то дамаг. То есть, если накопить, 38, можно... 38, 38 она бьет. А, это был повышенный дамаг. Но слушай, надо понимать... Крок и Мамонт приблизительно одинаковые способности имеют, да? Ну да, они такие вот очень... Вот это оглушение у них похожие, есть. Очень похожие. В принципе, да. Но вот единственное, у мамы-то на 27 очень долго накапливается. И вот по 10. По 10 можно. Хотя Кроком можно дважды ударить. Ой-ой-ой-ой, слушай, мы потеряли, да? Да, Роуз Уилсон потеряли, но она совсем слабенькая была. У нас осталась одна надежда на Крока. Да, и Крок... две массовые атаки проводим, ребята. Минус один противник. И еще раз массовую атаку. Ну-ка. По 6 каждому. И еще одну массовую атаку и вперед. Усыпляем противника, его бдительность. И все, и победа. Я думаю, ребята, победа. Да. Отлично. Отличная битва. Просто потрясающе. Ну что, о, Крок 19 левел. Не зря мы его сейчас взяли. Ему остался всего лишь один уровень. И так, будет что 20. Ему здесь можно прокачать-то, а? Ну что, здоровье, да, ему, наверное? Здоровье, везение, уклонение. Уклонение у него слабенькое, но оно и не поможет им. Давай здоровье, да. Плюс 6 вообще, слушай, 71 health. Это очень круто. Это реально круто. Так, ну что же, мистер Крок, ты молодец у нас, хорошо посражался. И сейчас мы возьмем какую-нибудь команду микс. Да, наверное, Крока возьмем, возьмем капюшончика. И да. Мне понравилась Терра. Терра прям понравилась. Да, Терра хорошая, хорошая у нас. Так, опа, битва с боссом. Битва с боссом, ребята, у нас будет Санта 8 уровня. Он, кстати, очень... Ох, у нас опять плюс 2 мощи. Ребята, Санта у нас постоянно лечится. И с ним очень тяжело сражаться, у него много хелсов, и он лечится. Вот да, кстати говоря, Санта не такой, что и легкий противник, я бы сказал, бы даже тяжелый. Так, ну что же, мы сразу же используем на 19-ку, попробуем. Еще слушай, раз. Слушай, зачем на 19-ку использовать, если у нас вторая на 19-ку? Ты прав, но вот прикольно было бы. Ты, конечно, реально прав. Как смысл три раза накапливать, если один раз можно нанести удар? Согласен, это выгодно, когда... Ох ты, хорош, мы подлечились, но сейчас нам грех ее не использовать, потому что она просто есть, да? Да, и... да, надо бить. Уже использовали ее. Так, исчезновение. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уклонился немножко, конечно. Единственное, вот это вот то, что противник может уклониться, надо было его атаковать. А, уклонение, хорошо. Слушай, можно на 36 вообще прям зашарашить ему и вполне себе так. Надо не забывать, что он лечится. Да, у него уже 45, а мы вот сейчас вот, смотри, прям... Бух! Ох ты, смотри, как удача, все! Ребята, это было что-то нереальное. Это было мега нереально. Да, мы даже не ожидали, что мы так быстро разнесем противника. Офигеть. Да. Так, ну что же, я думаю. Здоровье. На самом деле ему можно везение вкачать, чтобы он больше шанс был на критануть. Ну да. Потому что у него здоровье он всегда может. А вот везение, давай попробуем вкачать ему хорошо везение, он будет постоянно критовать. Так, Терра. Терра, ну, наверное, мощь, да, у него везение вообще на нуле. Слушай, может, давай и везение сделаем? Или... Давай хоть немножко, да, везение, хоть какой-то шанс у него будет критануть, хоть и небольшой. Потому что везение, на самом деле, тоже помогает, мы знаем, как оно спасает в боях Джокера, да. Так, ну что же, в следующем... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как так? Обидно! Пропустили лайфхак, ребята, к сожалению, чисто случайно. Как же у нас так получилось? Я даже не ожидал, что так много просто шоколада да, берется. Да, шкала быстро заполнилась, и мы перепрыгнули на следующий разряд. Вот так вот. Ну, у нас да? Здесь будет новый персонажик.
Да. Да, ребята, на этом все. Мы будем дальше сражаться в Суперлиге. У нас уже суперкрутая лига. Справедливости. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Да, ребята, с наступающим Новым годом вас. Пока. Пока.